Эй, йоу, ватсап, ребятишки, рекордные связи, мы уже про Need for Speed, хотел сказать, Most Wanted, но нет, Dying Light. I'm on my way to get Raheem. Да, Рахим попал в беду. He's here in the tower. No, he's not. He and Omar want to blow that nest, and now they're in trouble. It's like, what? Fuck! Вот так вот. Well, Да-да-да, я пока что хочу забрать это все. Баба бабок у меня все равно нету. Продать я ничего. Тани бегуна. Стоп. Stole them from Rise. Oh, Jesus, I just crushed. I'm close. I'll get him to safety, Брекен. О, бля. Как нет свободной ячейки, не понял. Damn well better. You save him, you hear me? You save him, so I can... Так, да-да-да, это все понятно. Я от бегуна. Бля, гиена, блядь, какая-то. Что это такое? Гиена стандарт. Я могу на нож крюк, либо на этот поставить. Блядь, давайте на планшет-топор поставим. Потому что планшет-топор это вообще тема. Нож вонючка. Так, яд бегуна. Мы можем тоже на холодное поставить, но... дальше эффект сильный. Но, пацаны... Так. Сами понимаете, нам нужно... С чем я это все понабирал? Я хрен его знаю, честное слово. Смотрите, ракеты, блядь, лопата. Жесть. Ракетная битка вот эта. Ракетная битка. Которые нахер не нужна. Ракета вот эта. Защитника Старда вот эта. Does Jade know about this? No, she doesn't. For God's sake, don't tell her. She'll go out looking for him. And I don't need her getting herself killed too. God damn it! Так, о! Как раз я сейчас скину, например, ключевой поцелуй, потом скину лопата могильщика, тяжелая арматура скину. Вьюгу скину нахрен, но не нужна, у меня патронов нету. Все, пока что все. И мне нужно водоросли, пацаны, подскажите мне, где водоросли взять. Так, ладно, мы тем временем сейчас мы полицейскую дубинку сперим. И все, есть возможность новый предмет. Еще одна буря. Все, нет стрелы рейнджера, гвоздей нету. Промутить дубину, ночной налетчик. А, у нас это, кстати, было, помните? Давайте пока что не будем ничего создавать, погнали миссию, понимаете? У нас оружия пока что хватает. Быстренько погнали. Погнали за Рахимом. О, блин, у нас вообще тема. 200 метров. Близкие детали. 70 баксов урыл. Опа, не вовремя вы пришли. Опоздали, пацаны. Опа, сейчас темнеет, кстати, нет. Должно же быть утро. Я же утром закончил с этими дебилами. Ну ладно, короче. Блять, трубу не может перепрыгнуть. Ну бред же. Он так прыгает. Иногда вот эта игра немножко этим странным поведением подбешивает. Типа... Блять. Какой-то дебил меня уже отравил. Потому что иногда в таких моментах мы можем перепрыгнуть такие фишечки, где кажется... Ого, блядь, а? Понятно. Вот ты как какой здесь сейчас. Бегим, бегим. Странно, что здесь не на время. Кстати, у нас, по-моему, очок. Выживаемость очок. Знаете, как сделать гранаты? Меня ловушки. Стоп, пацаны, здесь где-то должно как самостоятельно делать мастер горки. Здесь лучше ремонтировать. Ремонт человека не всегда будет исходить чайку ремонта. Это тоже прикольно. Обращение со щитом. Бля, это тоже тема офигенная. Я даже не знаю, что выбирать. Ремонт классный. Скидка. Удачная продажа. Сборка щита. Критик. Кошка. Мастер. Держи эффективней, маскировка, атака с маскировкой, взрыв машины, охренеть, мастер выживания. А я здесь где-то научитесь, например, делать эти патроны, блин.
Мини-ловушка и дышки ограды. Бля, давайте все-таки щит научимся, типа, делать щит. Потому что у нас щит есть. Вот. Так, как его использовать? Например, ну, заменить его, например, на такой. Как его использовать? Выбрать. Ага. А, я теперь типа защищаться могу. Вот это прикольно. Вот это прикольно, что я защищаться могу. Вот это реально классно. Сборка щита. Я, кстати, просто когда проходил, я не озвучил или озвучил, я не помню. Типа, жаль, что нельзя защищаться. Вот, пожалуйста, теперь можно защищаться. Я могу щит делать. Сборка щита. Давайте еще одну аптечку сделаем. Пригодится все-таки. Банально, это прикольно. А ну, Зара, сейчас чекнем, Зара. Сейчас чекнем, как щит работает. А, прикольно. Блин, щит прикольно работает, прикольно. В каких-то моментах, я думаю, нам сильно пригодится это. Погнали. Где это гнездо? Рахим, блядь. А, он сверху. Бля. Бляха-муха. Мне нужно забраться наверх. Как мне лучше забраться? Вот сюда. Я могу забраться. Get into trouble. Ну что, где ты, блядь, Рахим? Вон они. Да? Пройти последнюю точку. Нет уже Рахима. Позорвали их нахрен. Братик, ты уже все? Уже все. Опа. Улики. Какая нахрен? Чем я эту половицу взял? Нахрен эту половицу, нахрен. Разобрать, да. На гвозди. Я надеюсь, Рахима мы здесь не найдем. Ёпкнули все. Все, все подохли. Rahim, where the hell are you? Brecken, it's me. I found Omar's body on the overpass, but no trace of Rahim. Shit. Any idea where he'd go? Нет вообще. Told him to hide in the train yard. You find him. You hear me? That little bastard better be alive. Да, better be alive. Еще здесь кто-то. Мы здесь находим и находим трупаки. Да, что-то здесь есть. Ну, как бы да. Залутаться это дело такое. Все остальные могут и подождать. Бля, что я делаю? Господи, боже мой. Там уже кто-то, блядь, рвется. Мне страшно. Погнали. О, какие, блядь, крышные. Да ты шо? Главное не провалиться. А что нам защищать нужно? Давайте заодно сюда заглянем. Бля. Здорово. Что нужно защищать? Ну говори. Just calm down and tell me what's going on. I am Babar Kizel. And I am the victim of a most terrible and ancient curse. I am a lycanthrope. A what? A lycanthrope. A werewolf. You have seen the undead all around you. Is it so unlikely that other such monsters are here as well? Ну да, логично. The Nosferatu, the mummy, the lycanthrope. Давай ближе к делу, пожалуйста. Says I can be cured
If I ingest a potion of garlic, wolfsbane, and a teaspoon of cinnamon. Help me collect these things and get me to another safe zone. I will pay you very, very well. Мне некогда. Братан, сорян, мне некогда. Все, давай. Это все побочки, эти дополнительные миссии. Пошли они нахуй пока что. Четко, да? А, блядь! В жопу, дура. Задрали, блин. За день одного, блять, прибежит целая херова туча. Так, погнали дальше. Все, не буду больше тратить. Этот нож очень сильно. Очень сильно вот, быстро ломается, видите как? Тогда вот же ж это. Ищите Рахима. Ну, блять, Рахит это не Рахим, блядь. Сука. Ну чё, получила тварь кашкомандером? Нравится? О, да. Думаю, нравится. На, блядь, рука, минус рука, минус нога, минус все, минус башка, блядь, тебе. Вот это я понимаю, кашкомандер, да? Близкие детали. Сигаретки, вот это вонючее что-то, блядь. Марля, о, марля хорошо. Так, давайте взломаем эту хер. Эту хероборину. А, есть. Что у нас тут? Ну ничего, я думаю, путного, дельного. Нет, армейский лопат, смотрите, у нас, по-моему, есть уже армейский лопат. Ну пусть будет на всякий, может, мы что-то еще создадим. Заходим. Заходим. Это другая локация, будет загрузочка. I found Omar's body on the overpass. Rahim must have gotten away. At least I hope so. Давай, Рахим, только живи, да, братан. Иначе твоя сестра нам не даст. Живи. Бля, ну что это такое? Это опять будет куча лута. Бля. Походу опять будет куча лута. Газовая труба, водяная труба. Какая нахрен нравится? Вообще это депо небольшое. О, он живой. Мы быстро с ним справимся. Вот и все. Вот и все. Представляешь? Так, уровень силы. Еще больше урона. А то у нас уже есть, да? Больше урона, чтобы использовать, держите в сети, по левой кнопке мыши. Ага. Угу. Пинок. Да, остальное врагом. Так, стоп, давайте это пока что силовую атаку прокачаем. Я этим больше пользуюсь. Чаще, точнее. Да. Бля, ну звуки стрёмные. Согласюсь. Повсюду эти газовые трубы, блядь.
То есть это Рахим перепуган, если третья еще на нас нападет. А мы такие, о-о-о-о, стоп, 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 Рахим, it's me, Crane. Он такие, Crane? Thank God you arrived. Ух, какая мразь, да? Опа, мы сюда, походу, будем выбираться. Чекайте, по-другому нужно выбираться. Молодец, Рахим спрятался в депо. Класс, хвалю. О, блядь, зеленая вонючка, блядь. Ох и тварь. Ох и тварь. Знаете, что мы используем? Наверное... Сука, сдохни. Гори, тварь. Ха-ха. Подохла. Хорошо. Бля, надеюсь, уже никого не будет. Подох. Так, у нас 5 минут. Бля, 3 минуты. О, нельзя перегонул. Все, понял. Сюда. Опа, ныряем, погнали. Так, у нас 3 минуты, пацаны. Сейчас прыгуны нахрен исчезнут. Прям. Так, куда дальше? Ага, вот выход. 18 метров. Что-то очень близко. Смотрите, реально. Okay, I'm back on the surface. See that big ass culvert over to your right? Head through it. Once you get into the building, head up the ramp and get up to the floor above. You need to put the bomb on one of the big support columns. Так, куда, блядь, бежать? По скату. Тут же прыгуны, блядь. Ёпты мать. Ага, сука. Здорово. Ох и твари, блядь. Ох и твари, блядь. Блядь, может использовать... Это 42. Есть, нашел. Бля, тут прыгун, наверное. А, нет, тут просто дебилоид, блядь. Живи, 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 Крейн, живи. Блядь! Я же дыву! Блять, ну и нахуй, эти взрывчатки меня захватывают. Ну я просто, я уже выбрал, я думал, что я выбрал этот меч, а он не выбрался, блять. Сука, как я просыраю эти очки, я, блять, в шоке. Окей, я back on the surface. Head through it. Once you get into the building, head up the ramp and get up to the floor above.
Окей, без вопросов. Okay, first one set. Okay. Pay attention. Find some stairs. And get to the next floor up. You're looking for another cover. Сука, не пугай меня. Где уже? Где это? Где лестница? Я тогда находил сразу же лестницу. Тут она. Я забыл, что у меня щит есть. Бля, вот так я могу менять оружие. Че я туплю? Изолента. Че я туплю, пацаны, скажите мне, пожалуйста. А, я уже, получается, здесь всех перебил. Блять. О, блядь, прыгун. Подожди, братан, я должен убить нам этого пидораса. Блять, нужно убираться, 50 секунд осталось. Даже не знаю, куда бежать. Ёптима. 30 секунд. Блять, нужно в эту трубу забежать. Охренеть. Рахим, it worked, man. Hey, your plan worked, kid. Рахим, hey, do you copy? Shit. Охренеть. Ну все, там точно всем хана. Эпик серия, конечно, но если бы я еще не сдох, блядь, там этот дырачок, блядь, настоящий. О, блядь. Ну, протыкал. Я уже думал, что я выбрал меч, блядь. Оно нужно вот тап нажать и подержать еще немножечко. И срался, блядь. Самое обидное, что здесь за этот вздыхаешь, и типа, у тебя отнимаются эти очки выживаемости. Все, а Рахим уже пиздец, мне кажется. Брат. Все. Он превратился, мне кажется. Блядь. Я же говорил, что он умрет. Вот так вот, не пускали его. Рахим is dead. No. Fuck. Well, get back here. And don't say a word to Jade. Not yet. Жалко. Ну вот видите, чем больше ты. Видите, чем больше ты стараешься ограничить человека от чего-то, уберечь, тем. Тем хуже, как всегда, получается. Так, давайте тем временем захватим вот эту вот зону.
сука, эти твари даже не дадут нормально посрать. Чертежи, давайте создадим стрелы. У меня только гвозди одни. Бина. Нож. О. А, это уже у нас есть, значит, наверное. Электрические стрелы рейнджера. Разрывные стрелы рейнджера. Да, вот это бы я создал. Разрывные. Чем побольше. И обычных стрел бы тоже создал. А не сверху. Значит, ночной клуб. Давайте попробуем, кстати, что это у нас такое. Что-то создадим. Такое, ну, вроде бы неплохое. Так. Стрелы. Где были стрелы рейнджера? Вот. Там металлические детали уже нет. Понятно. Металлических деталей нету. Так, инвентарь у нас. Что у нас тут есть? Это убит. Ночной клуб. О. Давай попробуем побегать с ним. По-моему, его можно улучшить. Да, свободная ячейка, но нету свободной. Нету это. Пинка тоже есть, как улучшить. Но нету чего ставить, так сказать. Нету чего ставить. Блин, вот это бы я создал, конечно. Я не знаю, где подводные водоросли. Я не знаю, где подводные водоросли. А что это такое? Вот это зажигалочка, сварщик. И только бы дать прикурить. Если детали не хватает. Расквасить рожу любому. Так. Блин, нужно металлические детали искать. Может, у тебя есть металлическая деталь, братан? Я тебе руку случайно отхерячу. Нет у тебя, ну ладно. Неактивированная безопасная зона. А как здесь ее активировать? Как все заползти? Скелетами. О, я бы вот это вот создал, да, дать прикурить. Блять, оно говно. Ладно, пусть там валяется, честное слово, пусть там будет. Как сюда попасть? Блять. Активировать эту зону. О. От чего зачистить? А, внизу? Все опасные зоны разблокированы. Ты уже зачистил? Быстро я, однако. Сколько часов, кстати? 19:08. Давайте поспим. А потом еще раз поспим. А потом уже ждать до утра. Да. Получается, всем, значит, в 21:00 они уже всем говорят, что нужно уходить.
Понятно. Так, погнали к башне. 400 метров. Окей. А, кстати, я здесь был. Помните, здесь сражался с этими? С желтыками. Желторотики, блять, подумал, что это стоит. Блин, я надел какого-то дерьма, извините. А, вот это, кстати, это школа, помните? Здорово, пацаны. Не за что. Ничего. Давай. Я уже взял, по-моему, бабки, да? Погнали. Но мне опыт не важен. Мне важен опыт. Вон, кстати, башня. Давай туда тулить, кстати. Ох. Опа. Все-таки не всегда она очень сильно смягчает падение. Блять, ну сука, вот. Найдется тварь, которая все испортит. Блять, на пополам. Как собачки были. Стоит и смотрит на меня, как собачка. Хорошо, все, погнали дальше. Не будем же сильно отвлекаться, погнали, завершим эту миссию, посмотрим на реакцию Джейд и на этом закончим. Конечно, какая-то может быть реакция, я даже так всем понятно. Да. Но тем не менее, я говорю, чем больше ты как-то от этого все стараешься уберечь человека, тем больше ты его хранишь. Есть такая история про мальчика, за которого, ну, жил он в богатой семье, и, ну, блядь, из-за него всегда его на улицу с охраной он ходил, всегда его всем, знаешь, опекали, берегли, и вот мальчик как-то выбежал на дорогу, и его сбила машина, все из-за того, что он привык, что за него все время смотрит охрана в оба, говорит, куда можно, куда нельзя. И он потерял вот эти вот скиллы выживаемости элементарные, что когда он переходит через дорогу, нужно посмотреть влево-вправо, понимаете? Блять, чего все вонючие такие? Перематывайся. Погнали. Кажем Джейд, блять. Конечно, говорить это ей вообще не хочется. Но что есть, то есть. Кладовщика появилось что-то новое, да. Марля, щит. Нет свободной ячейки на щит. Да ладно. Да, нужно, короче, кое-что пооставлять, блин, потому что мне уже куча всего. Надо, не надо. Я уже, блядь, как Плюшкин, блядь. Собираю все подряд. А иди нахрен. Давайте оставим. Диашный нож оставим. Мейскую лопатку, простой нож оставим. Крошитель, полицейскую дубинку пока что оставим. Все остальное. Ракета, что это такое? Безопасные зоны работы. Что будет пока что? Чертеж или кто? Чертежей. Да, пусть будет. Я так никогда не насобираю на эту хрень, я понимаю, что я так никогда не насобираю, ну ладно. Сельская дубинка нам уже не нужна. Так, давайте заходим. И сейчас будет жестко. Уже ночь, блин. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. But he was my friend, too.
He's the best one I had here. I know, I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Oh no. Jade! Jade! Wait! Jade, goddammit! Just give her time. She needs to grieve. Пиздец, Шейдок рванул. А, это напали, блин. Бля, пацаны, сохранялка. Сколько мы уже проходим? Ладно, давайте добежим до этого, блядь, дока. Ёб твою мать. Здорово, блядь. Ух ты ж, сука. Ну да, пацаны. Здорово, здорово. А знаете, что у меня есть для вас? Уроды, блядь. Знаете, что у меня есть? Насу, тварь. Так, пацаны, у этого винтовка была. Винтовочный патрон. Хорошо. Здесь это прыгуны? Это да, пацаны, это они. Не, это просто эти дебилы. Наступает ночь. Насрать. Тут, блядь, наступает. О, вот! Военная винтовка. Класс. Мясничный нос. Нож тоже класс. Нос. Еще говорить научился, да? Пацаны, ну все, это нормально. Мы так нормально залутались. О, седовый серп. Они поняли, что они сюда не подбегают? Тут уже здесь этот фиолет. А что звук? А что со звуком, кстати? Ого. Потому что здесь уфо фиолетовое. Так, блядь, нам нужно посмотреть, что там с доком. Ёшкин дрын. There's no one inside. They took Zera and drove away. О. Понятно, короче. Все, пацаны. Зера уничтожили. Зера забрала, потому что он там умник, слишком умный. Все, сохранялочка прошла, пацаны. Игра набирает очень огромные обороты. Прям уже эпик начался. Рахим погиб, доктора похитили. Жесть. Все, спасибо за просмотр. Увидимся в новых сериях. Всем еще раз не забывайте про лайки, про комментарии. И все. До завтра. Все, пока. Выключайся. Она не выключается.